Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Мы сегодня получили вот такую вот коробочку от производителей там мяса. Да, мы уже получаем ее не единожды. Она, знаете, идет. Покажи, Софочка, как она идет. Вот она, видите, как закрыта. Прям вот сейчас нам ее доставили, эту посылочку. Вот здесь вот, вот такая пробковая прокладка. Со всех сторон вот эти прокладки. Вот. Здесь еще вот эта вот штука идет. Угу. Картон. И льда. Много-много льда. Так, лед давай, вытаскивай. Вот он, лед. Просто ложи на стол. В общем, дочь постоянно заказывает как бы мясо, лосось. Там можно выбрать. Можно выбрать сколько-то, я не помню, 6 наименований, что ли. Я сейчас вам скажу даже сколько. Получается, здесь вот у меня один рост. Ну, рост это как вот получается, ну, не окорок запекать, да, вот. Потом я заказывала бургеров, там получается 6 штук котлет и 5 лосося. Но я сейчас надо посчитать лосось, потому что там обычно, когда ты подписываешься на вот эту... ну, как бы акцию на год, например, у тебя подписка на год. Не то, что на год, нет, ты можешь в любой момент отменить, но когда вот первоначально ты подписываешься на акцию, бывает, что там тебе каждый месяц присылают, например, бесплатный бекон. А здесь, кажется, у меня было, что в каждой коробке... Бесплатный лосось. Один бесплатный лосось, что ли. Ну, вот на то время, пока он не приходит. Вот сейчас, получается, вот это бургеры. Бургеры, кстати, ребят, очень-очень вкусные. Это полностью, ну, как бы выращенная травка, без всяких ГМО. То есть это не кормовые, это которые выращенные чисто травой питаются. Да, мы с них делали очень вкусно получается. Прям вот во рту тает. Потом вот такой вот тоже grass-fed, это, ну, то есть без кости. Вот этот как... Для запекания. Для запекания, да, тоже чисто выращенный на траве. Может быть, запечем? Ну, ладно. Давай, надо... поставь, разморозь. Так, и вот сейчас я хочу посчитать лосось. Лосось это тоже дико пойманный лосось с Аляски. Это вот Аляска, сокей лосось, то есть их разновидности. Но он не очень жирный, его очень-очень вкусно там для суши. Ну, для запекания тоже нормально, но он не жирный. И вот в сыром виде его вкусно очень употреблять. Вот. И... Сколько его? Вот, его, кажется, в общем, 5 штук, да. А вообще должно быть, кажется, всего 6 наименований, но его прислали 5, потому что одна, кажется, как бы бесплатная, ну, как бы вот. А вообще, насколько я помню, там можно 6 наименований выбрать. То есть ты можешь выбрать чисто 6 лососей. Будет каждый месяц приходить 6 лососей. Ну, плюс моя одна дополнительная подарочная будет 7 лососей. Но поскольку мы делаем бургеры, сейчас лето, я как бы заказываю еще... котлеты. Ну, допустим, можно курицу заказать, но курицу, простите, за 670 долларов в месяц, это дорого очень. Ну, вот эта коробка стоит... 170 долларов. 170 вот. Долларов. Раньше была 150, потом вот, когда инфляция началась, подняли немножко цены на 20 долларов, или даже еще больше на 20, было, кажется, дешевле, то ли 140 было долларов. А с инфляцией... Я в прошлом году делала, типа, обзор, можно даже поискать, посмотреть. Но... Ну, они подняли цены, они сказали, сообщили, но... Ну, вот... Вот такой у нас как бы обзор посылочки получился. Приходит всегда замороженное, все свежее, вкусное. Лосось обалденный, ребят. Да, вот обалденный. Кстати, такой лосось не продается в Sam's Club. Да, в Sam's Club продается такой более жирный лосось. Он, как бы, он нравится вот для запекания. Ну, он продается этот, как его... Ну, выращенный на ферме, да? Есть там и дикий лосось, есть выращенный на ферме, но... дорогой. Ну, вот так, друзья, на этом все. Вот главный обозреватель кофе пьет. Я вам показала и рассказала, какие цены тут в Америке. Да, инфляция тоже это. Ну, а я убираю быстрее это все в холодильничек. На этом все, друзья. Пока-пока.